думают, что это... Люди глупые. Они думают, что это птенчик потерялся. Как все они смешно едят. Жизнь идет своим чередом. Да? Да, люди тащат птенцов в сов, лошадки едят яблоки. Она меня облизывала сейчас стоял, облизывала мне руки. Первый раз я увидела, что Бин облизывает руки. Вы сейчас обольете всю давай. Свою сидушку. Давай, вот так, да, подойдем. Йохан! Ладно, я потом мышей выкружу. Я думаю, что они уже у меня это, по дороге сбились. От духа. Так хорошо, сразу в морозилку. Не, ну зачем? Мы лучше сейчас их тепленькими дадим. А-а. Ну какая разница? Главное, что они прекратили свое существование. Не надо мучительно думать, как это сделать. Пришел Йохан и все съел. Вим понял, что только ласковым лошадям дают вкусняшки. Он стал ласковой лошадью. Самая возлюбимая лошадь – это моя редка. Да? Да. Не выгнать с реки? Не выгнать. Сама идет и плывет. Остальные заходишь, их так запикиваешь, они поплавают и выходят, а она прям сама идет и плывет. Ничего себе. И течет. Ага. Ну, зато питательное, хорошее молоко. Коровье, цельное, из-под коровушки. Сегодня утром? 4 числа. Вчера утром. Вчера. Да, утренняя дойка, вчерашняя. С яйцом. На, пошли быстрее. Пошли. Йохан. Йохан.